Mr. President, you head for Osaka shortly as the senior statesman at the G20. Nobody has been to so many international meetings of this grouping and the G7 over the last 20 years while you've been in charge of Russia. Before we talk about the G20 agenda and what you hope to achieve, we know that there's a time of rising tensions between America and China on trade, the risk of conflict in the Gulf. I would be very grateful if you could talk a bit about how you've seen the world change over the last 20 years while you've been in power. Ну, во-первых, я не был все эти 20 лет у власти. Как вы знаете, я 4 года был председателем правительства. Это не высшая власть в Российской Федерации. Но, тем не менее, как бы во властных структурах, верхних эшелонах я нахожусь достаточно давно и действительно могу судить о том, что и как меняется. Ну, вот, собственно, вы сейчас сами сказали, задавая вопрос, как и что изменилось. Вы сказали про торговые войны, вы сказали про ситуацию в Персидском заливе. Ситуация не стала лучше, я скажу так очень аккуратно, оставаясь быть в известной мере оптимистом. Ну, а если, можно сказать, прямо, она, конечно, стала более драматичной и взрывоопасной. Do you believe that the world, though, has become more fragmented? Ну, конечно, ведь во времена холодной войны было плохо, что была холодная война. Это правда. Но были хотя бы какие-то правила, которых все участники международного общения так или иначе придерживались или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует. И в этом смысле мир стал более фрагментированным и менее предсказуемым, что самое главное и что самое печальное. We'll return to this theme of the world without rules, fragmentation, more transactional. But first, Mr. President, tell us what you want to achieve in Osaka in terms of your relationships with these other parties. What are your main goals for the summit? Мне бы очень хотелось, чтобы все участники этого мероприятия, а двадцатка, на мой взгляд, сегодня ключевой международный форум, который посвящен вопросам развития мировой экономики, чтобы все участники двадцатки подтвердили свое намерение, хотя бы намерение вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали бы свое стремление и желание к укреплению международных финансовых и торговых институтов. Ну а все остальное – это детали, которые так или иначе прикладываются к основным темам. Мы поддерживаем председательство Японии, безусловно. Все, что касается развития современных технологий, информационного мира и информационной экономики, вплоть до внимания наших японских коллег к вопросам долголетия, к экологии. Все это чрезвычайно важно. И мы, безусловно, будем это поддерживать, будем принимать участие во всех этих дискуссиях. Хотя, конечно, в современных условиях трудно ожидать каких-то прорывных решений или каких-то судьбоносных решений. На это вряд ли мы можем сегодня рассчитывать. Но хотя бы, во всяком случае, есть надежда на то, что можно в ходе этих общих дискуссий и двухсторонних встреч сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент, основу для позитивного движения вперед. You will have a meeting with Mohammed bin Salman in Osaka. Can we expect an extension of the current agreement on oil production limitations? В целом, ну, как вы знаете, Россия не является членом ОПЕК, хотя мы, конечно, один из крупнейших производителей. Мы добываем сегодня 11,3 миллиона баррелей в сутки нефти.
И, правда, Штаты сейчас уже нас немножко обогнали. Но мы считаем, что наши договоренности с Саудовской Аравией и вообще с ОПЕК в целом по стабилизации добычи сыграла положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке. Думаю, что в этом заинтересованы как страны-производители энергоресурсов, нефти в данном случае, так и потребители, потому что, на мой взгляд, чего сегодня точно не хватает, это стабильность. А наши договоренности с Саудовской Аравией, с другими участниками картеля, членами картеля, они, безусловно, этой стабильности способствуют. А будем ли мы продлевать или нет, в ближайшие несколько дней, вы об этом узнаете, я вот только что перед тем, как прийти к вам, проводил как раз встречу с руководителями наших крупнейших нефтяных компаний и с руководством правительства России. Как раз по этому вопросу. They're a little bit frustrated. They'd like to produce a bit more. Is that correct? Они проводят умную политику. И дело не в наращивании, который, безусловно, является важной составляющей работы крупных нефтяных компаний. Дело в ситуации на рынке в целом. Они оценивают ситуацию в комплексе, смотрят на свои доходы и расходы. Конечно, они думают о развитии отрасли, о своевременных инвестициях, о привлечении использования новейших технологий, думают о том, как создать условия большей привлекательности для инвесторов в эту отрасль, важнейшую отрасль. Но, скажем, кардинальный всплеск цены, либо чрезвычайно драматическое падение цены, они не приведут к стабильности на рынке и не будут способствовать инвестициям. Поэтому мы рассматривали сегодня все вопросы в комплексе. Mr. President, you have observed four American presidents at close quarters, and you've dealt with maybe five. You've had direct experience. So how is Mr. Trump different? Каждый из нас отличается друг от друга. Нет одинаковых людей, как нет одинаковых отпечатков пальцев. У каждого есть свои преимущества. О недостатках пускай судят или их избиратель. Но в целом у меня были достаточно добрые и ровные отношения со всеми главами Соединенных Штатов. С кем-то я общался больше, с кем-то меньше, но самый первый опыт общения с американскими президентами – это был Билл Клинтон. В принципе, для меня было положительным. И у нас на короткий период, поскольку он уже заканчивал свою работу, у нас сложились достаточно ровные и деловые отношения. Я был совсем молодым президентом, только что приступившим к работе. Я до сих пор вспоминаю, как он очень по-партнерски выстраивал со мной отношения. Я им за это очень благодарен до сих пор. Вот. Но со всеми другими коллегами были разные времена и разные проблемы нам приходилось решать. К сожалению, чаще всего в спорах, и у нас не было совпадения мнений по некоторым вопросам, которые, безусловно, и для нас, и для США, да и для всего мира, я думаю, можно назвать ключевыми. Ну, например, вопрос о на одностороннем выходе Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне, который мы всегда считали, и я вот уверен, и сегодня являлся краеугольным камнем всей международной безопасности. Мы долго дискутировали эту тему, спорили, предлагали разные решения, во всяком случае. Я со своей стороны предпринимал очень энергичные попытки убедить наших американских партнеров не выходить из договора, а если уж выходить, то таким образом, чтобы обеспечить международную безопасность на длительный исторический период, предлагал, я уже говорил публично об этом, повторю еще раз, потому что считаю это очень важным, предлагал совместную работу по противоракетной обороне, причем на троих, США, Россия и Европа, с конкретными
параметрам этого сотрудничества, с определением ракетоопасных направлений, с обменом технологий, с выработкой механизмов принятия решений и так далее. Это были совершенно конкретные предложения. Я убежден, что если бы американские наши партнеры тогда приняли его, мир сегодня был бы другим. Но, к сожалению, этого не произошло. И мы видим другое развитие ситуации, связанное с выбором, связанное с развитием новейших вооружений, новейших военных технологий. Ну что ж, это не наш выбор. Но сегодня хотя бы надо сделать все для того, чтобы не обострять ситуацию. But, Mr. President, you're a student of history. You've had many hours of conversations with Henry Kissinger. You've almost certainly read his book World Order. With Mr. Trump, we're seeing something new, something much more transactional. He is very critical of alliances and allies in Europe. Is this something that is to Russia's advantage? Давайте еще спросите лучше, что выгодно для Америки в данном случае. Но господин Трамп, он же ведь не карьерный политик. У него свое видение мира и свое видение интересов, национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими вопросами, со многими способами решения проблем, которые он использует. Но вы знаете, в чем дело, на мой взгляд? Он талантливый человек, он очень тонко чувствует, чего ждет от него избиратель. Вот Россию обвиняли, и несмотря на доклад Мюллера, продолжают, как ни странно, и дальше крутить эту пластинку с обвинениями России, связанную с мифическим вмешательством выборов США. На самом деле, ведь что там произошло? Вот господин Трамп в отношении от его оппонентов, он тонко почувствовал, что произошло в обществе американском. Тонко почувствовал изменения внутри американского общества. И он это использовал. Вот мы с вами беседуем накануне двадцатки. Да? Это экономический форум. И наверняка так или иначе там будут опять звучать вопросы, связанные с глобализацией, с мировой торговлей, с мировыми финансами. А кто-нибудь задумывался о том, какие преференции и кто, и как получило в результате глобализации? Свидетелями и участниками, которые мы являлись на протяжении предыдущих, ну, скажем, там, 25 лет, начиная с 90-х годов. Вот Китай воспользовался этой глобализацией, в том числе и для того, чтобы вытащить из нищеты, из бедности миллионы китайцев. Как и что произошло в Соединенных Штатах? Там в Соединенных Штатах эти преференции получили ведущие американские компании, но именно компании, их менеджмент, их акционеры, их партнеры, средний класс в Америке мало что получил от глобализации. Значит, реальные заработные платы, наверное, мы еще затронем реальные заработные платы в России, которые тоже нуждаются в особом внимании со стороны правительства России. Но в Соединенных Штатах средний класс не получил никаких преференция от этой глобализации. Он остался в стороне при разделе этого пирога. И команда Трампа это точно четко почувствовала. И они использовали это в ходе предвыборной борьбы. Вот где надо искать причины победы Трампа на выборах, а не мифическое вмешательство со стороны. Вот о чем, мне кажется, надо говорить. В том числе, кстати говоря, применительно к мировой экономике. Вот здесь, может быть, кроются его, на первый взгляд, экстравагантные решения в сфере экономики и взаимодействия даже с партнерами и союзниками. Но он считает, что распределение ресурсов, распределение доходов от этой глобализации последних десятилетий было несправедливым в отношении Соединенных Штатов. Я сейчас не хочу говорить, справедливо это или несправедливо. Я не хочу давать оценок того, что он делает. Правильно это или неправильно, мне хочется понять вместе с вами его
мотивы поведения. В этом же был ваш вопрос. Но, может быть, как раз вот в этом и заключается его неординарное поведение. I definitely want to come back to the Russian economy, but what you've said is absolutely fascinating. Here you are, the president of Russia defending globalization, along with President Xi, whereas Mr. Trump is attacking globalization and talking about America first. How do you explain this paradox? Ну, я не думаю, что парадоксом является то, что он хочет, чтобы Америка была первой. Я хочу, чтобы Россия была первой. Здесь это же не воспринимается как парадокс. Так что здесь ничего особенного нет. А вот то, что он борется с какими-то проявлениями глобализации, я только что об этом сказал. Видимо, он исходит из того, что результаты глобализации могли бы быть для Соединенных Штатов гораздо лучше, чем они есть на самом деле. И они не приносят эти результаты, эта глобализация, не приносят Соединенным Штатам ожидаемого эффекта. И он начинает с отдельными ее элементами вести вот эту кампанию и бороться. Это касается всех, прежде всего, крупных участников международного экономического общения, ну, в том числе и союзников. Mr. President. Mr. President, you've had many meetings with President Xi, and Russia and China have definitely become closer. Are you putting too many eggs in the China basket? Because Russian foreign policy, including under your leadership, has always made a virtue of talking to everybody. Во-первых, у нас яиц достаточно, а корзин, куда их можно раскладывать, не так уж и много. Это первое. Второе, мы всегда оцениваем риски. В-третьих, наши отношения с Китаем не продиктованы сиюминутной политической или какой-либо другой конъюнктурой. Обращаю ваше внимание на то, что договор о дружбе с Китаем был подписан в 2001 году, если мне не изменяет память. Задолго до сегодняшней ситуации, задолго до сегодняшних, так скажем, мягко споров в сфере экономики между Соединенными Штатами и Китаем. Нам не нужно ни к чему присоединяться и не против кого бы то ни было там выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества. С 2001 года мы это сделали. И мы просто идем последовательно по реализации этих планов. Посмотрите, что там написано. Мы ничего не сделали того, что выскакивать за рамки этих договоренностей. Так что здесь нет ничего необычного, и не нужно в сближении Китая и России искать какой-то подтекст. Ну, конечно, мы смотрим на то, что происходит в мире сегодня. И у нас совпадающие позиции по ряду, по целому ряду повестки дня сегодняшней, мировой. В том числе и по вопросам отношения к соблюдению общепринятых правил в торговле, в международных финансах, в расчетах. Вот двадцатка сыграла очень заметную роль с 2008 года на первых порах своего существования, когда разразился кризис финансовый. И двадцатка сделала много полезного как раз в сфере стабилизации мировых финансов, сделала много полезного с точки зрения развития мировой торговли, стабилизации в этой сфере, имея в виду налоговую составляющую мировой повестки, борьбы с коррупцией и так далее, и так далее. Но вот мы как раз вот этого и придерживаемся, и Китай, и Россия. Двадцатка много сделала, продвигая изменение квот, скажем, в Международном валютном фонде, в Мировом банке. И это является общим и для России, и для Китая. С учетом роста, глобального роста доли развивающихся рынков в мировой экономике, это является справедливым и правильным
Мы изначально это придерживали такой позиции. И мы рады тому, что это развивается, что это идет. Идет в соответствии с тем, как меняется ландшафт мировой торговли. Смотрите, за последние там, 25 с небольшим лет, 25 лет, по-моему, доля стран семерки, скажем, сократилась с 58% до 40% мирового ВВП. Но это должно отразиться как-то в международных институтах. Это общая позиция и России, и Китая, это справедливо, ничего здесь особенного нет. Поэтому, да, у нас много совпадающих интересов с Китаем, это правда. Этим продиктованы и наши столь частые контакты с председателем Си Цзиньпинем. Конечно, у нас и личные отношения сложились, добрые вещи, это естественно. Так что мы идем как бы в струе общей повестки нашей двусторонней, которая сформирована была еще в 2001 году, но оперативно реагируем на то, что происходит в мире. Но мы никогда не выстраиваем двухсторонние отношения против кого бы то ни было. Мы не против кого-то, а за себя самих. I'm relieved that the egg supply is strong. But the serious point, Mr. President, is you'll be familiar with Graham Allison's book, The Thucydides Trap, the danger of tensions between, or military conflict risk, between a dominant power and a rising power, America, China. Do you think that there is a risk of conflict, military conflict, in your time, between you, America and China? Ну, вы знаете, вся история человечества связана с военными конфликтами. Но после появления ядерного оружия риск глобальных конфликтов, он все-таки понизился именно в силу возможных глобальных трагических последствий для всего человечества в случае возникновения такого конфликта между ядерными державами. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Хотя, конечно, мы должны признать, что вопрос не только в, скажем, субсидиях, в китайских субсидиях промышленности с одной стороны, либо в тарифной политике Соединенных Штатов с другой стороны. Нет, речь идет прежде всего, конечно, о разных платформах развития. Я бы сказал так аккуратно, разных платформах развития в Китае с одной стороны и в Соединенных Штатах с другой стороны. Разные истории, вы как историк, думаю, со мной согласитесь, в разной философии, может быть, и внутренней, и внешней политики. Но я вам, знаете, что хотел бы сказать, мои личные наблюдения, они абсолютно, они не выстраиваются сейчас в порядке там, союзнических отношений с одними или конфронтации с другими. Но вот я просто смотрю на практике, что происходит. Китай проявляет достаточную лояльность и гибкость, в том числе и со своими партнерами, и с оппонентами. Может быть, в этом просто исторические особенности и китайской философии, подхода к выстраиванию отношений с кем-то. Поэтому я не думаю, что со стороны Китая возникнут какие-то угрозы подобного рода. Я просто не могу себе это представить. Но насколько способны будут Соединенные Штаты набраться терпения и не принимать резких решений, а с уважением относиться к своим партнерам, даже если в чем-то они с этим не согласны. Мне трудно сказать, но надеюсь, еще раз хочу это повторить, надеюсь, что ни до какой военной конфронтации не дойдет. Arms control. We know that the IMF agreement is in grave jeopardy. Is there any place, from Russia's point of view, for future arms control agreements? Or are we in a new phase, and we're likely to see a new nuclear arms race? Думаю, что такой риск есть. Я уже сказал, Соединенные Штаты вышли в свое время в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Теперь в одностороннем порядке также
фактически вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Хотя думаю, что Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы, вряд ли сейчас представляет какой-то большой интерес для Соединенных Штатов, несмотря на расширение НАТО и несмотря на увеличение натовских контингентов у наших границ. Но факт фактом остается. США выходят из этого договора. Вышли фактически. Значит, теперь на повестке дня договор о сокращении наступательных стратегических вооружений 3, СНВ-3. Ну, вот мы, надеюсь, с Дональдом поговорим, если удастся увидеться сейчас в Осаке на этот счет. Но пока мы сказали, что мы готовы к переговорам, готовы к продлению этого договора между Соединенными Штатами и Россией. Но пока ничего, мы не видим никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Ничего нет. Ну, а в 2021 году он заканчивается. Если сейчас переговоры не будут начаты, все, он умрет, потому что времени просто не будет даже для формальности. Последний наш разговор с Дональдом говорит о том, что американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается. Так что если этот договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо. Exactly. The gloves are off. Is there any chance of a triangular agreement between China, Russia, and America on intermediate nuclear forces, or is that a dream, pie in the sky? Would you support such an arrangement? Я с самого начала сказал, что мы поддержим любое соглашение, которое пошло бы на пользу делу, а этим делом является сдерживание гонки вооружений. Надо признать, что уровень и развитие ядерных сил в Китае пока гораздо ниже, чем в США и в России. Китай огромная держава, она в состоянии нарастить свой ядерный потенциал. Наверное, так и будет когда-нибудь. Но сегодня уровень наших потенциалов трудно сопоставим. Ведущими ядерными державами являются Россия и Соединенные Штаты. Поэтому и договор-то заключался между нашими странами прежде всего. Ну а присоединится Китай к этой работе или нет, вы спросите, пожалуйста, у наших китайских друзей. Russia is a Pacific power, as well as a European and Asian power. It's a Pacific power. You've seen what the Chinese are doing in terms of their build-up of their navy and their maritime strength. How do you deal with those potential security problems, territorial disputes in the Pacific? Russia have a role to play in a new security arrangement? Вы сейчас сказали про наращивание военно-морских сил Китая. У Китая общие военные расходы, если мне тоже не изменяет память, 117 миллиардов долларов. У США свыше 700. И вы хотите всех напугать ростом военной мощи Китая? Но пока это не работает при таких расходах военных. Это не работает. Что касается России, то в России и на Тихом океане флот, который мы хотим иметь, имеется. И он будет развиваться в соответствии с нашими планами. Мы, конечно, реагируем на то, что происходит в мире, на то, что происходит в отношениях между другими странами. Мы это видим. Но это не меняет наших планов развития вооруженных сил, в том числе на Дальнем Востоке России,
Мы чувствуем свою самодостаточность, мы уверены в себе, мы крупнейшая континентальная держава. Но на Дальнем Востоке расположена база, российская база наших атомных подводных лодок. Мы там развиваем свой оборонный потенциал в соответствии с нашими планами, в том числе для того, чтобы обеспечить безопасность Северного морского пути, который мы собираемся развивать. Но здесь мы намерены привлекать к этой работе многих наших партнеров, в том числе и китайских партнеров. Мы не исключаем, что мы можем договориться и с американскими перевозчиками, и Индии, которые тоже проявляют интерес к этому Северному морскому пути. Мы скорее настроены на сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И у меня есть все основания полагать, что Россия сможет вносить существенный, заметный и позитивный вклад в стабилизацию ситуации. Can we just turn to North Korea? How do you assess the current situation? And do you believe that in the end any deal or agreement will have to accept the fact that North Korea has nuclear weapons and that total dismantling is just not possible? If I could just add, Mr. President, I ask you this because Russia has a fairly small but still a land border with North Korea. Ну, вы знаете, от того, мы признаем Корею в качестве, Северную Корею в качестве ядерной державы или нет, количество ядерных боезапасов у нее не уменьшится. Нам нужно исходить из реалий. А реалии таковы, что это, в принципе, представляет угрозу для международного мира и безопасности. Но возникает другой вопрос, откуда эта проблема взялась? После трагических событий в Ливии, в Ираке, у многих стран, естественно, появилось желание обеспечить свою безопасность любой ценой, во что бы то ни стало. И нам нужно сейчас говорить не о том, как нам заставить Северную Корею разоружиться, а нам нужно подумать о том, как обеспечить безусловную безопасность Северной Кореи, как сделать так, чтобы любая страна в мире, в том числе Северная Корея, чувствовала себя в безопасности, чувствовал себя защищенной нормами международного права, которые неукоснительно соблюдаются всеми участниками международного общения. Вот о чем надо думать. Нужно подумать о гарантиях. И на этой базе вести переговоры с Северной Кореей. Набраться терпения, проявляя к ней уважение. И с одной стороны, с другой стороны, понимая угрозы, которые в этой связи возникают, в связи с ядерным статусом или наличием ядерного оружия. Конечно, эта ситуация чревата какими-то непредсказуемыми вариантами развития событий, и их надо избежать. You've obviously thought of this as an experienced foreign policy and security analyst and a strategist. How do you see the North Asia security situation over the next 5 to 10 years, given you have Russia, you have China, you have Korea and Japan? Вы сейчас только правильно отметили, у нас небольшая, но все-таки граница общая есть с Северной Кореей. Это нас касается напрямую. Если США находится за океаном, даже Великобритания где-то далековато, так прямо скажем, но это вот прямо здесь, в этом регионе. И полигон ядерный, кстати говоря, не так уж далеко от нашей границы находится, севернокорейский. Поэтому нас это касается напрямую. И мы, разумеется, все время на эту тему думаем. Я хочу вернуться все-таки к предыдущему своему ответу. Надо с уважением отнестись к законным озабоченностям Северной Кореи в смысле обеспечения ее безопасности. Надо проявить к ней уважение и найти такой способ обеспечения безопасности, в котором она будет уверена, Северная Корея. И если это будет сделано, поверьте мне, ситуация будет развиваться так, как, может быть, никто сегодня не ожидает. Ведь вспомните, как развивалась ситуация с Советским Союзом после начала политики детанта. Ну что еще нужно говорить на эту тему?
Mr. President, you've been in power or very close to power. I think in Davos I said to you when we met that you were not in power but still calling all the shots. After 20 years at the top or near the top, has your appetite for risk increased? Не увеличилось, не снизилось. Риск всегда должен быть оправданным. Но это не тот случай, когда можно применить известную такую веселую расхожую фразу. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это не тот случай. Риск, наверное, он неизбежен, когда нужно принимать какие-то решения. В зависимости от того, насколько это крупное решение, и риск может быть небольшим, либо серьезным. Но без риска не обходится принятие ни одного решения. Но прежде чем рисковать, нужно как следует все взвесить. Поэтому вот риск на основе анализа ситуации, риск на основе прогноза последствий от принимаемых решений, он возможен и даже неизбежен. Глупый риск без учета реальной ситуации и без ясного понимания последствий неприемлем, потому что он может поставить под удар интересы большого количества людей. How big was the Syria risk in terms of your decision to intervene? Ну, достаточно большой. Но, конечно, я об этом предварительно хорошо подумал, взвесил все обстоятельства, все за и против, взвесил то, что и как будет складываться вокруг России, каковы последствия. Говорил на этот счет со своими помощниками, с министрами, причем с министрами не только силового блока, но и с другими руководителями. И в конечном итоге посчитал, что позитивный эффект от нашего активного участия в сирийских делах будет для России, для интересов Российской Федерации гораздо больше, чем невмешательство и пассивное наблюдение за тем, как международный террористический интернационал будет усиливаться у наших границ. What's the return been like on the risk taken in Syria? Я считаю, что хорошее, позитивное. Мы добились даже большего, чем я ожидал. Во-первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию. Речь идет о нескольких тысячах человек. В Россию, либо в наши соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно. Это первое. Второе, мы все-таки добились стабилизации ситуации в регионе, которая близок от нас географически. Это тоже чрезвычайно важно. И мы таким образом напрямую повлияли на обеспечение безопасности самой России внутри нашей страны. Вот это третье. Четвертое, мы установили достаточно хорошие деловые отношения со всеми странами региона. И наши позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее. И у нас действительно выстроились очень добрые, деловые, партнерские, а во многом даже с элементами союзничества отношения с многими странами региона, включая не только Иран и Турцию, но и другие страны. Ну и
Прежде всего, это касается Сирии. Мы все-таки сохранили сирийскую государственность. Не допустили там хаоса, например, Ливии. Если бы произошло обратное, худшее, то и для России это имело бы негативные последствия. Да, ну я уже не говорю, скажу и прямо об этом, чего скрывать, о мобилизации наших вооруженных сил. Наши вооруженные силы получили такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях в мирной обстановке. Are you committed to Mr. Assad remaining in power, or can we see at some point a transition in Syria that Russia would support, which wouldn't be Libya? Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу. Но при этом я бы очень хотел, чтобы все наши действия извне были продуманными, и так же, как в случае с рисками, о которых вы меня спросили, они были бы прогнозируемыми и понятными, чтобы мы хотя бы следующий шаг просчитали. Вот мы совсем недавно с прежней администрацией, с американской, когда говорили на эту тему и задавали вопрос, ну хорошо, предположим, Асад уйдет сегодня. Что завтра? Вот ваш коллега правильно сделал, что засмеялся. Потому что ответ смешной. Вы даже не представляете, какой. Ответ был такой, мы не знаем. Но если вы не знаете, что будет завтра, зачем с плеча рубить сегодня? Вот это кажется примитивным, но это именно так обстоит дело. Поэтому мы предпочитаем как следует продумать, посмотреть и никуда не спешить. Конечно, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что происходит внутри Сирии. Там есть внутренние причины этого конфликта, и они должны быть разрешены. Но движение должно быть с обеих сторон, я имею в виду конфликтующие стороны. So, Mr. President, does that same argument apply to Venezuela? In other words, you are not prepared to see a transition in Venezuela, and you are absolutely committed to President Maduro. Вы знаете, мы так хорошо начали. Вы не сердитесь только за то, что сейчас скажу. Не будете на меня сердиться. Мы начали так хорошо и, в общем, как-то так по-серьезному. А сейчас вы все больше и больше переходите на какие-то штампы в отношении России. Но мы не имеем отношения к тому, что происходит в Венесуэле, понимаете? Мы не имеем там никакого... What were those advisors doing then in Caracas? Сейчас скажу. Вот если вы дадите мне возможность договорить, я вам скажу. Да, вообще проблем здесь никаких нет. Мы в Венесуэле еще при Чавесе продавали оружие. Нормально продавали, без всяких ограничений, без всяких проблем. Делали это абсолютно легально, как положено в мире. Это дело, как все делают. Как те же американцы делают, британцы делают, китайцы делают, ну, Франция делает. И мы также, мы продавали в Венесуэле. У нас есть контракты. В контрактах прописано, что и как мы должны делать по обслуживанию этой военной техники. Что мы должны обучить там специалистов. Мы должны поддерживать в нормальном состоянии боеспособным и так далее, и так далее. Вот мы и обслуживаем эту технику. Но я уже много раз и нашим американским партнерам об этом сказал. Там нет ничего, там нет наших войск. Войск там нет наших, понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причем вот совсем недавно, по-моему, неделю назад, группа выехала оттуда. Наших советников, специалистов. Они уехали оттуда. Значит, там через какое-то время могут еще появиться. У нас есть определенные договоренности. Там самолеты иногда на что-то летают в порядке, там тренировки принимают участие. Все, мы что там, руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнеры, или руководим действиями президента Чавеса?
Он президент, чего его действиями руководить? Он сам всеми руководит. Хорошо или плохо, но это другое дело. Мы даже не даем оценок. Я думаю, что с точки зрения экономики там многое можно было бы сделать по-другому. Но мы не лезем туда, это не наше дело. Мы вложили туда несколько миллиардов, да? Наша компания вложила туда несколько миллиардов, в основном в нефтяной сектор. Ну и что? Другие страны тоже вкладывают. Почему вы решили, что все там, такое складывается впечатление, что все на российских штыках там держится? Это неправда. Это не имеет ничего общего с действительностью. Где вот все эти самопровозглашенные президенты там, и лидеры оппозиции? Кто-то убежал в посольство иностранное, кто-то спрятался, кто-то еще куда-то спрятался. Мы-то здесь при чем? Это венесуэльцы сами должны там разобраться между собой. Вот и все. I was just applying your theory and your experience of seeing what happened in Libya and Iraq to Venezuela. Mm-hmm. And therefore, logically, you would say we are committed to Mr. Maduro because we don't want to see regime change from outside. Is that the Russia position? Or might you be willing to say, We will support Guaido because we have important oil interests in Venezuela. Мы готовы на любое развитие в любой стране, в том числе и в Венесуэле, если это происходит по внутренним правилам, в соответствии с законами этой страны, конституцией и в соответствии с волей народа той или другой страны. Вот если бы в той же Ливии или бы в Ираке не было вмешательства, я не думаю, что там был бы развал государственности. Но не было бы в Ливии этого. Там совсем другая область ситуации. Да, может быть, там Каддафи там книжки писал свои, теории там излагал и так далее, что не соответствовало, да и практика не соответствовала пониманию европейскому или американскому пониманию демократии. Кстати говоря, сейчас мы недавно услышали от президента Франции, что, оказывается, все-таки американская модель демократии сильно отличается от европейской. Так что нет единых стандартов демократии. Ну, нету. А вы хотите, чтобы в регионе или хотели, ну, не вы, а наши партнеры на Западе, хотели, чтобы в регионе, вот, скажем, в той же Ливии, были такие же стандарты демократии, как в Европе или в США? Там кругом одни монархии кругом. Либо что-то похожее на то, что было в Ливии. Ну, послушайте, надо же, вы как историк, ну, вы наверняка в душе со мной согласны, не знаю, сейчас согласитесь с этим публично или нет, но невозможно навязывать людям, которые никогда не жили в условиях демократических институтов Франции, либо, не знаю, Швейцарии, навязывать в Северной Африке то, что там применяется и жизнеспособно. Ну, невозможно это, правда? А им пытались нечто подобное навязать. Либо вообще что-то такое, что, о чем они понятия не имеют, никогда не слышали. Но все это привело к конфликту, межплеменным противоречиям. До сих пор в Ливии идет война, по сути дела. Ну, и зачем же нам то же самое делать в Венесуэле? Или мы что, хотим вернуться к политике канонерок? Зачем это? Это что, в современном мире нужно так унижать латиноамериканские народы, что ли? Чтобы навязывать им извне те формы правления, либо каких-то лидеров. Мы, кстати, работали с президентом Чавесом, потому что он был президентом. Но мы не с Чавесом как физическим лицом работали. А мы с Венесуэлой работали, поэтому и вкладывали туда деньги определенные в нефтяную сферу. Кстати говоря, ведь если бы вкладывали когда деньги в нефтяную сферу, планировали поставлять нефть куда? Там же, вы знаете, особенная нефть. В основном идет на американские заводы. Ну что здесь такого-то плохого? Планировали, чтобы сделать так, чтобы нефтегазовая сфера Венесуэлы работала ритмично, прогнозируемо, уверенно, чтобы обеспечить поставки на те же американские заводы. Чего же здесь плохого-то, я не понимаю, зачем нужно там все. Там возникли проблемы внутри, сначала экономические, потом внутри политические. Ну пусть они сами разберутся. И демократическим способом эти лидеры придут к власти. Но это, знаете, если вот так взять, человек вышел на площадь,
глаза к небу поднял и объявил себя президентом. Ну, давайте сделаем так в Японии, сделаем так в США, в Германии. Что будет? Хаос будет во всем мире, понимаете? Не, ну, с этим же невозможно не согласиться. Будет просто хаос. Ну, разве так можно? Мне сразу начали поддерживать. Может, он очень хороший человек. Он замечательный, может быть, и план у него хороший. Но разве достаточно того, чтобы он вышел на площадь и объявил себя президентом, сразу весь мир что, должен его поддерживать, как президента, что ли? Надо ему сказать, что иди на выборы, выиграй выборы, и все, будем с тобой работать как главы государства. Ну. Let's talk about another democracy in Europe, my own country. Давайте. You're having going to have a meeting with Mrs. May, which will be one of her last meetings before she steps down as Prime Minister. Do you think that there's a possibility of some improvement in Anglo-Russian relations and that we can move on from some of these issues that are obviously of great sensitivity, like the Skripal affair? Or do you think that we're going to stay in the deep freeze for the next 3 or 5 years? Послушайте, вот все вот это, все это возня вокруг, вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит межгосударственных отношений, серьезно. Потому что вся эта возня шпионская, она стоит, ну, как бы, по-нашему, как у нас говорят, 5 копеек не стоит. Или 5 фунтов. А вопросы межгосударственных отношений, там все изменяется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну, разве можно на одну ставить, значит, на чашку весов одно с другим? Здесь можно бесконечно друг другу претензии предъявлять. Нам говорят, вот вы отравили Скрипалей. Значит, во-первых, нужно будет это доказать, первое. А второе, у тех, кто у нас, у обывателей слушает и говорит, кто такие Скрипали? А Скрипали, он, значит, оказывается, шпионил против нас. Значит, у обывателя возникает вопрос, а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипали? Может быть, не надо было этого делать? Знаете, вот бесконечно, значит, кто первый, курица или яйцо? Надо просто это оставить в покое уже. Пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом. Но мы знаем, что скажем, тот же бизнес в Великобритании, вот, кстати, в этом кабинете встречался с коллегами из Великобритании, они хотят с нами работать, работают и намерены работать в дальнейшем. И мы всячески поддерживаем такое намерение. Я думаю, что и госпожа Мэй, несмотря на то, что она уходит, тоже не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию, которая мешает нам нормально развивать наши связи и поддерживать деловых людей, которые, в свою очередь, ведь чем занимаются? Они же не просто деньги зарабатывают, это же внешние проявления. Они создают рабочие места, добавленную стоимость. Они обеспечивают доходы во все уровни налоговой системы своих стран. Это серьезная, большая, многогранная работа, связанная, кстати говоря, с теми же рисками, о которых говорили, в том числе с рисками в сфере предпринимательской деятельности. А если мы к этому добавим еще непредсказуемость в политической области, тогда им вообще невозможно станет работать. Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны. Думается, что госпожа Мэй, может быть, даже будет проще. Она уже объявила о том, что она уходит, поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких-то внутриполитических последствиях. Some people might say that a human life is worth more than 5 pennies. But do you believe, Mr. President, that whatever happened? Разве кто-то умер?
Well, yes. Кто? The gentleman who was a drug had a drug problem, and he died after touching a Novichok in the car park. I mean, somebody did die because of the perfume. There was one person who died, not the Skripals. Слушайте, ну хорошо, но вы считаете, что в этом обязательно виновата Россия, что ли? I didn't say that. I said somebody died. Нет, вы не сказали этого. Но если это не имеет к России никакого отношения, да, человек умер, это беда, согласен. Но мы-то здесь при чем? Yeah. Well, let me just ask this, and then we will. I really want to talk about the Russian economy, which you and I both. Yes. Do you believe that what happened in Salisbury sent an unambiguous message to anyone who is thinking of betraying the Russian state that it's fair game? Вообще предательство – самое большое преступление, которое может быть на Земле. И предатели должны быть наказаны. Да. Ну, я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери. Совсем нет. Но предатели должны быть наказаны. Но этот господин, как его фамилия-то, Вокс. Скрипаль, да, вот, переводчик подсказывает. Он и так был наказан. Он же был арестован. Получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он, в принципе, не представлял никакого интереса. Какой интерес он представлял? Его наказали. Он был задержан, арестован, осужден и отсидел 5 лет в тюрьме. Все потом его отпустили просто и все. А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить. The Russian economy. You spoke the other day about declining real wages in the Russian workforce, and Russian growth has been less than expected. But at the same time, Mr. President, you have been accumulating foreign exchange reserves and international reserves at some 460 billion. What are you saving for? What's the purpose? Can't you use some of this money to ease up on the fiscal side? Я вынужден некоторые моменты поправить, мелочь такая, но тем не менее. Значит, у нас не происходит падение реальной заработной платы. Наоборот, она начала подрастать. У нас происходит падение реальных располагаемых доходов населения. Это зарплаты и доходы – это немножко разные вещи. Вот. Значит, доходы, они считаются по многим параметрам, в том числе считаются по расходам на обслуживание кредитов. У нас большое количество потребительских кредитов у населения, и выплаты по процентам считаются как расход. И это понижает показатели реальных доходов. Плюс у нас происходит легализация теневой экономики. Значит, значительная часть самозанятых, уже, по-моему, 100 тысяч человек или 200 тысяч человек, уже легализовались. Это тоже влияет на показатели по реальным доходам населения, располагаемым доходам. Значит, это происходит на протяжении последних 4 лет. В прошлом году зафиксирован небольшой рост, 0,1%. Это недостаточно, это в пределах погрешности. Но это одна из, тем не менее, серьезных проблем, которые мы должны заниматься и занимаемся. В последнее время пошел рост реальных зарплат.
Вот в прошлом году он вырос так значительно, 8,5%. В этом году темп роста реальной заработной платы значительно снизились по целому ряду обстоятельств. Имею в виду, что это был восстановительный рост прошлого года, еще там некоторые вещи. Но он, тем не менее, продолжается. И мы очень рассчитываем на то, что это скажется на доходах и на реальных располагаемых доходах населения. Тем более, что мы в последнее время приняли ряд мер, связанных с ускоренным ростом пенсий. Вот в прошлом году у нас инфляция была 4,3%, а по результатам инфляции прошлого года индексация пенсии была в этом году, в начале года, 7,05%. То есть это, и мы ставим перед собой цель, задача, я уверен, она будет решена, индексировать пенсии выше инфляции. Ну так вот, реальные доходы, они пострадали еще и в связи с тем, что мы вынуждены были повысить НДС с 18 до 20%. Это повлияло на покупательную способность граждан, потому что подросла инфляция свыше 5%. Но сейчас инфляция упала ниже 5%. То есть мы рассчитывали на то, что эффект, негативный эффект от повышения НДС будет краткосрочным. Так и получилось. Слава Богу, так и получилось. Расчеты себя оправдали. И сейчас и понижение инфляции идет, макроэкономика улучшается, инвестиции начали немножко подрастать. То есть мы видим, что экономика преодолела вот эти сложности, связанные с внутренними и внешними шоками, внешними связанные там с ограничениями и с падением цен на наши традиционные товары нашего экспорта. Вот. Она приобрела такой устойчивый характер. Макроэкономическая ситуация стабильна в стране. Она вот не случайно, и это отмечают все рейтинговые агентства, у нас инвестиционный рейтинг по всем трем агентствам основным. Так что и рост экономики в прошлом году 2,3%. Мы считаем, что этого недостаточно, но будем, конечно, стремиться к тому, чтобы темпы увеличивались. 2,9% темпы роста промышленного производства. В некоторых отраслях выше. До 13% там. Легкая промышленность, перерабатывающая, одежда, там, кое-что там, еще некоторые направления. Вот. Поэтому в целом у нас ситуация так устойчивая в экономике. Но самое-то главное, чего мы должны сделать, мы должны поменять структуру экономики и добиться существенного роста производительности труда на основе современных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и так далее и тому подобное. Именно для этого мы поднимали НДС, чтобы собрать средства бюджета для того, чтобы выполнить определенную часть работы, которую обязано выполнить государство, для того, чтобы создать условия для частных инвестиций. Ну, скажем, развитие транспортной и другой инфраструктуры. Это кроме государства почти никто не сделает. Некоторые другие вещи есть, связанные с образованием, здравоохранением. Больной человек, необразованный, не может работать эффективно в современной экономике и так далее. Мы очень рассчитываем, что вот, начав эту работу по ключевым направлениям развития, мы сможем добиться и повышения производительности труда, и на этой базе, именно на этой базе, обеспечить и рост доходов населения, рост благосостояния граждан. Что касается резервов, то вы здесь тоже немножко ошиблись. У нас не 460 миллиардов, у нас свыше 500 миллиардов. Мы, золото-валютные резервы свыше 500 миллиардов. Но мы исходим из того, что мы должны создать такую подушку безопасности, которая позволила бы нам чувствовать себя уверенно и которая позволила бы нам использовать проценты от имеющихся у нас ресурсов. Мы считаем, что вот 7%, если будет у нас сверху, то мы можем из этих 7% можем тратить. Но в следующем году так и планируется. Но так оно, скорее всего, и будет. Поэтому это не то, что у нас лежит просто так, без дела. Это создает определенные гарантии устойчивости экономики России на среднесрочной перспективе. The central bank has done a very good job in helping to secure macroeconomic stability.
even if some of the oligarchs complain about the banks being closed. Ну, вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов. Олигархи – это те, кто использует свою близость к власти для того, чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти. Простых таких у нас практически нет. Значит, а что касается Центрального банка, да, они последовательно занимаются оздоровлением нашей финансовой системы. С рынка сходят маломощные, либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации. И это, конечно, большая, сложная работа. Дело не в олигархах, дело не в крупных компаниях. Дело в том, что это затрагивает, к сожалению, и интересы вкладчиков, рядовых граждан. Но здесь у нас приняты соответствующие нормативные акты, которые минимизируют потери граждан, создают им определенную тоже подушку безопасности. Хотя в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться отдельно. Ну а в целом работа Центрального банка, на мой взгляд, заслуживает поддержки. Это связано не только с оздоровлением финансовой системы, это связано и с очень выверенной политикой по ключевой ставке. Mr. President, I'd like to go back to President Xi and China. As you know, he's pursued a rigorous anti-corruption campaign in order to clean up the party, maintain the legitimacy and strength of the party. He's also read the history of the Soviet Union, where Mr. Gorbachev essentially abandoned the party and helped to destroy the country, the Soviet Union. Do you think that Mr. Xi is right in his approach, that the party is absolutely crucial? And what lessons do you draw for Russia? And if I could just add, you said something very interesting a few years ago about the breakup of the Soviet Union being the greatest geopolitical tragedy of the 20th century. Ну, одно с другим совершенно не связано. Что касается трагедии, связанной с распадом Советского Союза, то это очевидная вещь. Я имел в виду прежде всего гуманитарную составляющую. 25 миллионов этнических русских оказались за границей, узнав из телевидения и радио о том, что Советский Союз прекратил существование. Их ведь никто не спросил об этом. Просто принято было решение. Вот, понимаете, вопрос о демократии. Разве был проведен какой-то... Был проведен опрос, референдум? Подавляющее большинство, свыше 70% граждан СССР, высказались за сохранение Советского Союза. Потом было принято решение о распуске. Но граждан никто не спросил, надо распускать, не надо. И 25 миллионов этнических русских оказались за пределами Российской Федерации. То есть в независимых государствах, но за границей. Это, послушайте, разве это не трагедия? Еще какая? А родственные связи, а работа, а перемещение? Беда просто. По-другому сказать нельзя. Я просто с удивлением потом увидел комментарии по поводу того, что я сказал, в том числе и прежде всего в западной прессе. Вот попробовали они пожить, когда у вас отец, брат или там другой близкий родственник оказался в другой стране, и там совсем другая жизнь началась, я вас уверяю. Вот. Но что касается партии и партийного государственного строительства в Китае, это должен определить сам китайский народ. Мы не лезем туда и не вмешиваемся. Значит, у сегодняшней России одни принципы и нормы жизни, свои правила. В Китае с миллиардом
350 миллионов человек, другие правила. Вы попробуйте управлять страной с миллиардом 300 миллионов населения. Вот это же не Люксембург, при всем уважении к этой замечательной стране. Вот поэтому надо предоставить возможность самим китайцам определять, как им выстраивать свою жизнь. A big picture question. I talked at the beginning of our conversation about fragmentation. Another phenomenon today is that there is a popular backlash against elites and against the establishment, and you've seen that Brexit in Britain. Perhaps you were speaking about Trump's America. You've seen it with the AfD in Germany. You've seen it in Turkey. And you've seen it in the Arab world. How long do you think that Russia can remain immune to this global movement of backlash against the establishment? Надо ведь в каждом конкретном случае смотреть на реалии. Есть, конечно, какие-то общие тенденции, но они очень общие. А в каждом конкретном случае нужно смотреть все-таки на ситуацию, исходя из того, как она складывается. Тоже исходя из истории той или другой стороны, из традиций, из того, как складывается реальная жизнь. Ну вот как долго Россия будет чувствовать себя стабильной страной? Чем дольше, тем лучше. Потому что от стабильности, от внутриполитической стабильности зависит очень многое другое. Зависит и ее позиционирование в мире. И в конечном итоге зависит даже, и, может быть, и прежде всего, благосостояние людей. Вот одна из причин развала Советского Союза заключалась внутренне, в том, что трудно было жить, и доходы людей были, реальные доходы были крайне низкими, и товаров на полках, магазинов не было. И пропал иммунитет к сохранению государственности у людей. Думали, что чего бы ни произошло, хуже не будет. Оказалось, что стало хуже для очень многих людей, особенно в начале 90-х годов, когда рухнула вся система социального обеспечения, здравоохранения, развалилась промышленность, хорошая, плохая, но рабочие места были. Они прекратили существование. Поэтому надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. Значит, что происходит на Западе? Почему вот в Штатах феномен Трампа, как вы упомянули, случился? Да? Что происходит в европейских странах? Отрыв. Отрыв элит руководящих от народа. Вот это совершенно очевидная вещь. Разрыв между интересами элит и интересами подавляющего большинства населения. И, конечно, мы должны думать об этом всегда. И одна из наших задач здесь в России заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чем смысл функционирования, существования любой власти. В том, чтобы людям создавать стабильную, нормальную, безопасную и прогнозируемую жизнь с прогнозом на улучшение. Вот поэтому потом есть, знаете, вот эта современная так называемая либеральная идея, да? Она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам просто наши западные партнеры признали, что некоторые ее элементы просто нереалистичны. Вот, мультикультурализм там и так далее. Вот, когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает. Значит, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения. Хотя, понятно, нужно думать о
тех людях, которые оказались в трудном положении, в трудной жизненной ситуации, в силу различных там, политических причин на своей родной стране. Ну, замечательно. А как же интересы своего собственного населения, когда речь идет уже не о 2-3-10 человек, а речь идет о тысячах, о сотнях тысяч людей, которые прибывают в страны Западной Европы, скажем. Вот, или кто-то... Да, понимаю, кардинальная ошибка. Вот сейчас можно того же Трампа критиковать сколько угодно за его желание такое построить стену. Ну, может быть, это излишне, не знаю, что там между Мексикой и США. Наверное, может быть, я не спорю. Но что, ему надо, ведь что-то он должен делать с этим потоком иммигрантов, с потоком наркотиков, он что-то должен делать. Никто же ничего не делает. Это плохо, это плохо. Ну хорошо, скажите, что хорошо тогда, что надо делать? Никто же ничего не предлагает. Я сейчас не говорю, что это что нужна стена, или нужно на 5% ежегодно повышать тарифы в экономических отношениях с Мексикой. Я так не утверждаю. Но чего-то надо, и он хотя бы что-то ищет, чего-то. Конечно, я к чему? Потому что люди, которые озабочены этим, рядовые граждане США, они, конечно, смотрят. Ну вот, молодец мужик, хоть чего-то делает, хоть чего-то предлагает, ищет решение. А вот эта либеральная идея, ну, я сейчас не говорю о ее носителях, этой идеи, но носители ничего не делают. Говорят, что так надо, так хорошо. Ну что ж хорошего-то? Им хорошо, они там сидят в удобных кабинетах, да? Им хорошо. А вот тем, кто складывается, сталкивается с этим напрямую каждый день в Техасе или в Флориде, им не очень. У них свои проблемы будто возникают. О них кто подумает. Также и в Европе. Я со многими коллегами разговаривал на этот счет. Но вот они говорят, нет, мы не можем так более жесткую политику проводить. Потому-то и потому-то. Ну, почему? Ну, потому. Не знаю, почему. Вот закон такой. Ну, поменяйте закон. Значит, у нас ведь тоже немало проблем в этой сфере. У нас открытые границы с республиками бывшего Советского Союза. Но они хотя бы все по-русски говорят, понимаете? И то мы сейчас предпринимаем определенные шаги для того, чтобы навести порядок в этой сфере, даже в России. Да? Мы работаем в странах, откуда исходят эти иммигранты. Мы там и русскому языку начинаем учить, и здесь и работаем с ними. Где-то ужесточаем законодательство. Если приехал в страну, пожалуйста, уважай законы страны, ее обычаи, культуру и так далее. То есть это тоже для нас тоже все непросто, но мы делаем, хотя бы стараемся, работаем в этом направлении. Но эта либеральная идея, она предполагает, что вообще ничего не надо делать, понимаете? Вот и все там, убивай, грабь, насилуй, тебе ничего, потому что ты иммигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил? Получи наказание за это. Поэтому вот сама вот эта идея сама себе жила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Потом традиционные ценности, о которых я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают там гомофобами и так далее. Мы ничего не имеем против людей нетрадиционной, скажем, сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут и так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными, понимаете? Ну, избыточными. Что касается детей, придумали, я не знаю, там 5 полов уже или 6 полов. Я даже не могу их воспроизвести. Я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, ничего против никого не имею. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения. Does that include this is very important what you're saying, the end of this liberal idea, because but what else would you say? Definitely uncontrolled immigration, open borders, definitely, as you've said, diversity as an organizing principle in society. But what else do you think is just finished over? In terms of the liberal idea,
And would you say, if I could just add, that religion, therefore, must play an important role in terms of a national culture and cohesiveness? Она должна играть ту роль, которая сложилась на сегодняшний день. Ее нельзя выталкивать из этого культурного пространства. Ее нельзя, понимаете, вот злоупотреблять ничем. Ну, хорошо, возникли... Мы православный народ в России, да? И между православием и католическим миром всегда были проблемы. Но я именно поэтому сейчас скажу именно о католиках. Ну, есть там проблемы, есть. Но нельзя их выпячивать и с помощью этих проблем пытаться уничтожить саму римскую католическую церковь. Вот что нельзя делать. А мне кажется иногда, что отдельные элементы, отдельные проблемы в католической церкви начинаются вот этими либеральными кругами и использоваться как инструмент уничтожения самой церкви. Вот что я считаю неправильным и опасным. Ну хорошо, значит, мы что, забыли, что мы все живем в мире, который основан на библейских ценностях? Даже атеисты. Но мы все живем в этом мире. Можно об этом не вспоминать каждый день, не ходить в церковь, там, лоб не бить, а пол, там, показывая какой-то там, христианин или мусульманин, или иудей. Но в душе, в сердце должны быть какие-то основополагающие человеческие правила и моральные ценности. В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем вот эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование действительно. So religion is not the opium of the masses. Вот. Нет, не является. Но вот я чувствую, что вы далеки от религии, потому что уже без 15 час ночи по московскому времени, а вы все продолжаете меня мучить. У вас ничего, как у нас говорят, креста на вас нет. This is history. I've waited a long time for this. I've got one last question. And thank you for your... Go on. Пожалуйста. Your enemy. Mr. President, I wanted to reflect on what you just said then, that some of the themes that you're referring to would echo in people such as Steve Bannon, Mr. Trump himself, other groups in Europe who have come to power. Do you think if the end of the liberal idea is over, is now the time of the illiberals? And do you see more and more allies growing around the world to your way of seeing human existence at the moment? Вы знаете, мне кажется, что не было же никогда вот, чисто либеральной идеи или чисто традиционных. Ну, были, наверное, в истории человечества, но это все очень быстро заходит в тупик, когда нет многообразия. Все заходит в какую-то... Все начинает сводиться... крайностями какими-то. Поэтому нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и различным мнением, но никогда не забывать все-таки про интересы основного населения, миллионов людей, чем они живут. Вот этого нельзя забывать. И тогда, мне кажется, мы избежим каких-то внутриполитических крупных потрясений и передряг. Но в том, это касается либеральной идеи. Это не значит, что вот она сейчас, как я считаю, перестает так доминировать. Но это не значит, что ее нужно немедленно начать уничтожать. Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям. Но просто они не могут диктовать никому ничего, что они пытаются делать последние десятилетия. Диктат же практически наступил. Понимаете, во всем, везде. И в средствах массовой информации, и в реальной жизни.
по некоторым вопросам считается неприличным рот открыть даже. А почему? Поэтому я не сторонник того, чтобы немедленно все заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать. Да нет, конечно. И либеральную идею тоже нельзя уничтожать. Она имеет право на существование и даже поддерживать нужно в чем-то. Но она не должна считать, что она имеет право на абсолютное доминирование. Вот о чем речь. Пожалуйста. You really are on the same page as Donald Trump. Mr. President, you've been in power or close to power for 20 years. You've seen many world leaders. Who do you most admire? And then I have one last follow-up. 18. Петром Первым. Потому что он серьезный, потому что он действительно... Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же, как дело каждого из нас. И мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело. Но если вы имеете в виду и каких-то сегодняшних руководителей различных стран, государств, вот из тех людей, с кем я имел возможность общаться, на меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин Ширак. Он настоящий интеллектуал, такой настоящий профессор. И очень взвешенный человек, очень интересный. У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение. Он умел его отстаивать. С уважением всегда относился к мнению партнеров. Но в современной истории, если говорить там более широко, много примеров хороших и очень интересных людей. Peter the Great, the creator of the greater Russia. Need I say any more? My last question, Mr. President. Great leaders always prepare succession. Lee Kuan Yew prepared succession. So, please share with us, what will be the process by which your successor will be chosen? Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ну, ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого... кривляние, преувеличение, либо без всякой кроссовки. Значит, в конечном итоге решение должен принять российский народ. Вот чего бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации. So the choice will be... approved by the Russian people in a vote or through the Duma? Почему через Думу? Через прямое тайное голосование. Всеобщее прямое тайное голосование. Разумеется, это не так, как у вас в Великобритании. У нас демократическая страна. Значит, у вас один лидер ушел, второй лидер, который является первым фактически лицом в государстве, по факту, в основном, первым лицом возглавляющий исполнительную власть, он не избирается прямым тайным голосованием населения. Он избирается правящей партией. Вот. У нас не так. У нас демократическое государство. У нас, если первое лицо государства уходит по каким-то причинам, в связи с желанием просто прекратить свою государственную деятельность, как сделал это Борис Николаевич Ельцин, либо в связи с окончанием срока полномочий, у нас проводится прямое тайное голосование всего населения страны. И так и будет здесь. Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает это, и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа. Но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации.
can't resist but pointing out that you did take over as president before the election. Да, да, точно, так и было. Ну и что? Я был исполняющим обязанности. А для того, чтобы избраться и быть полноценным главой государства, надо было пойти на выборы. Что я и сделал. Я благодарен гражданам России, что они доверили мне тогда и в последующие годы на выборах находиться во главе российского государства. Это огромная честь. Mr. President, thank you for spending time with the Financial Times in Moscow, in the Kremlin. Спасибо вам за интерес к тому, что происходит в России. Спасибо за то, что вы проявили интерес о том, что думает Россия по современным международным делам, ну и за интересную сегодняшнюю беседу. Она, мне кажется, была действительно интересной. Спасибо большое.